Всем привет, с вами профессор Гуглов. И сегодня я вам расскажу о 9 изобретениях, которые придумали дети. Батут. Идея создания батута принадлежит 16-летнему гимнасту Джорджу Ниссену. Батут за 80-летнюю историю почти не претерпел изменений, ведь все гениальное просто. Как и раньше, это все та же конструкция в виде стальной рамы и полотна, натянутого на пружинах. Снегоход. Снегоход придумал юный канадец Жозеф Арман Бомбардье. Все началось в тот момент, когда его отец на 15-летие подарил сыну видавший виды Форд Т. Меньше чем через неделю Жозеф разобрал Форд на запчасти и соорудил из него модель снегохода. Он же основал компанию Bombardier, известного производителя самолетов, но снегоходы они выпускают до сих пор. Устройство для слабослышащих людей. 14-летний Джон Окон разработал устройство Good Vibrations, позволяющее преобразовывать звуковые волны в тактильные ощущения. Так слабослышащие люди могут почувствовать музыку. Эта идея пришла Кону в голову, когда он приложился зубами к гитаре. И в 2012 году он стал победителем конкурса Google Science Fair. Новый вид аккумуляторов. Школьница из Калифорнии разработала новый вид аккумуляторов для мобильных телефонов. Энергия в них восполняется за 20-30 секунд и держится долгое время. За свое изобретение девушка получила премию для молодых ученых от компании Intel. Средство для безболезненного снятия бинтов. 8-летняя Алана Майерс из штата Флорида изобрела средство для безболезненного снятия бинтов. В состав продукта входит мыло, лавандовое масло и вода. Такая идея пришла к ней после того, как она выписалась из больницы и ей пришлось снимать бинты, а этот процесс, как известно, может быть очень болезненным. Мороженое фруктовый лед. По легенде, вечером 11-летний мальчик Фрэнк Эпперсон забыл на крыльце стакан с содовой, дело было зимой. Причем в стакане осталась палочка, которой содовый порошок размешивается в воде. 18 лет спустя, в 1923 году, подросший Эпперсон использовал свою находку в бизнесе и открыл торговлю замороженным лимонадом. Шрифт Брайля. 15-летний Луи Брайль в 1824 году изобрел шрифт, который сделал чтение доступным для незрячих людей и до сих пор используется по всему миру. В его основе ночной шрифт капитана артиллерии Шарля Барбье, который использовался военными того времени для чтения донесений в темноте. Робот для измерения помещений. 12-летний Максим Лема из Львова создал робота, выполняющего функции инженера БТИ, замерщиков. Робот сканирует помещение, замеряет площадь, составляет план и с помощью радиосигнала передает данные на компьютер. Новый метод диагностики рака. 15-летний школьник придумал новую методику диагностирования онкологических заболеваний. Это тест для диагностики рака поджелудочной железы, яичников и легких на ранних стадиях. И он оказался в разы быстрее и дешевле ранее использовавшихся аналогов. Результаты можно получить уже через 5 минут. А какие изобретения и открытия детьми знаете вы? Пишите в комментариях, подписывайтесь на канал, если не подписаны. С вами был профессор Гуглов. Увидимся!